Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Короче, вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов из 21 века. Это бессмысленно. Наша цель — научить Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот ни понадобился ей для задачи, он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее пальцев. То есть... Гефест на самом деле не кузня, скорее это полный набор знаний профессионального кузнеца, горный молот. Все в виде софта. Виртуальная креативность, как-то так. Гея уже учится, в симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией. Ну, дизайны у нее на премию Лиэм пока не тянут, ничего, все-таки это первые шаги. Ну, все, пора начинать. Поехали. Я не понимаю. Что именно? Я могу объяснить термины. Если Гею создавали, чтобы сохранить... Такие формы я когда-то уже видел. В котле. Ты бывал в котле? Да, в заброшенном. Так значит, котлы принадлежат Гее? По всей видимости, там рождаются ее машины. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собок. Но он закрыт. Должен же быть какой-то способ. Опять они. Осторожно. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний, творческих проектов и культурных памятников. И Аполлон, по сути... воплощает в себе дело всей моей жизни. Жаль, что обстоятельства его создания так трагичны. Нас ждут огромные трудности. В частности, нам придется одновременно реализовывать 4 крупные инициативы. Первое – массовое строительство репозиториев данных в комплексах «Колыбель» по всему миру. Второе – сбор и обработка приблизительно 180 миллионов отдельных информационных объектов. 42 зетабайта данных на китайском, английском, испанском и арабском. Третье. Перенос и кодирование этой информации в ДНК, инкапсулированной в синтетических ископаемых. Единственном носителе, позволяющем избежать деградации данных при многовековом хранении. И, наконец... четвертое. Разработка голографического интерфейса и игровых учебных программ,
при помощи которых наши потомки будут получать доступ к эвристическим учебным модулям, постепенно повышая уровень знаний, нужных для управления системой терраформирования. Вот та задача, на которую направлены все наши усилия. Не только сохранение прошлого, но создание зерна, из которого вырастет новое древо знаний. Итак, давайте начнем. Я снова одна. В этой будем считать пещере чудес. Осмотрись, может, что уцелело. Доктор Собек, внесите в архив это свидетельство и поставьте на него ссылки везде, где упоминается мое имя и операция «Свобода». Меня зовут Аарон Херрис. С 2060 по 66 я был председателем Объединенного комитета начальников штабов. Это высшее офицерское звание в армии США. В мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операцией «Свобода», в которую было обманным путем вовлечено гражданское население США и других стран в течение последних 14 месяцев существования жизни на планете. До чумы Фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть. Я был смел и решителен, находчив в политических маневрах. То, что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армией в истории, не случайность. Но каков итог? Мое единственное достижение — гибель всего живого на Земле. И единственный искупляющий поступок — то, что я отсрочил эту гибель на дни или недели, пожертвовав людскими жизнями. Я надеюсь, в новом мире уже не будет нужды в таких людях, как я. Если вы один из обитателей этого нового мира, знайте, я сожалею о случившемся и надеюсь, у вас все сложится. Искренне ваш, Аарон Херрис. Знакомьтесь, это Аид. Аварийный протокол нового рассвета. Реально, программа убийца. Но я знаю,
Что вы думаете? Задача гея – воскресить жизнь. Так зачем давать ей подфункцию, назначение которой снова угробит все живое? Типа, на кой? Ну, как-то тупо, да? Ну, нет. Короче, воссоздание целой биосферы – задачка непростая. Какой бы умной ни была гея, с первого раза у нее вряд ли все получится. Но представьте, вы гея. Прошло 200 лет, вы растите новую биосферу, и все черти как. Концентрация щелочи завышена, леса смывает поток, в котором утонул бы даже Ной. Хаос! Мир шатается во все стороны. И что делать? Выпустить в это месиво организмы первой фазы? В надежде, что они своим СО2 и метаном компенсируют дисбаланс? Ну нет. Придется тебе, гея, отойти в сторонку и дать Аиду сделать то, что тебе твоя заботливая натура делать запрещает. Сжечь эту позорную недобиосферу дотла, чтобы начать сначала. Ну ладно, не сжечь, скорее задушить с помощью обратного терраформирования. Но вы меня поняли. Аид возвращает биосферу к исходнику. Абсолютный ноль, чистый лист. И затем, только затем, уступает руль геи и говорит: «Ну давай, старушка, попробуй еще, только теперь уж постарайся, а не то». Такой он, Аид. Крутецкая штука, если подумать. Экспресс-доставка смерти. Вымирание по заказу. Во имя высшего блага. Но все равно брутально. Перед вами Аид. Глаза пустоты. Хорошо. Если таков изначальный смысл Аида, почему же он хочет меня убить? Нам нужно больше данных. И как он оказался внутри Титана Фаро? И почему затмение поклоняется ему как божеству? Я знаю не больше тебя. Ищи дальше. По-другому наверх не попасть. Перед вами Элифия. Главнейшая и важнейшая программа подфункция геи. Ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование. Я Патрик Брошер-Кляйн, руководитель этой программы. Давайте только мы сразу проясним один момент. Элифия не имеет никакого отношения к генной инженерии. Наша цель – сберечь человеческий геном, не меняя его. Оттиск генетического многообразия человечества, замороженный во времени. Генетическая квинтэссенция нашего вида – нетронутая.
Я лично прослежу за тем, чтобы все аспекты нашей работы соответствовали закону о клонировании и акту Рейли от 2048 года. Моя щепетильность в свете сложившихся обстоятельств может показаться странной, даже чудаческой, но, как один из авторов акта Рейли, могу сказать, что это очень серьезно. Задача, стоящая перед всеми нами, поражает масштабом и сложностью, и все же она выполнима. Да. Глобальное сличение и консервация зигот, совершенствование экзогенных технологий, разработка и совершенствование исполнителей для вскармливания и воспитания на раннем этапе развития ребенка. Все эти компоненты программы нужно будет разрабатывать совместно. Не говоря уже о строительстве сети комплексов «Колыбель» в рекордно сжатые сроки. Так что, если готовы, приступим. Тогда мне придется что-то выбросить. Комплексы «Колыбель». Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери одно из них? Есть лишь один способ узнать. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Быстро учишься, Гея. Доктор Собек, проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде. И? Какой твой вывод? Гея? По логике, их вымирание было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство скорби, которое трудно описать. Я неисправна? Нет, Гея, нет. Это хорошо. Очень хорошо. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу
Волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы работают исправно. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Вдруг... Все это было зря. Вымирание было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Для вас нет ничего. Нет места. Файл с альфа-реестром. Целый? Да. Он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? Копируй. Теперь я смогу восстановить реестр Священной Горы. Открыть. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась? Может, узнаю, кто меня родил? Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение. Быстро уходи. То, что ты нашла... Бесценно. Ты бесценна. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя. Всю мою жизнь мне было твердо известно одно, что моя судьба — стать великим воителем солнца. И когда убили Джерана, и когда Меридиан пал, моя вера оставалась крепка. Пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты выжила, во мне зародилось сомнение. Как неизбежен рассвет после заката, неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой, с каждым убитым воином, мои сомнения росли. Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла. Один взмах, одно движение лезвия, и тебя бы не стало.
Моя рука сразила много врагов. Зачем я медлил? Почему не выполнил то, что должно? У тебя шрам на щеке. Тебе помешали. Да, я помню. Хороший воин. Для дикаря. Его звали Раст. И тебе с ним никогда не сравниться. И все же он позволил так запросто выпустить себе кишки. Нет. Дело не в нем. Я мог бы тебя прикончить. Но не стал. Эта ошибка не давала мне покоя. Преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я, наконец, постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. Ты должна была выжить в тот день. Должна была помешать нам вести раскопки. Мне было предначертано здесь схватить тебя, чтобы ты стала жертвенным даром солнцу. Все так, как должно было быть. Как было предсказано, согласно его замыслу. Тоже мне судьба. Это не великий замысел, ты просто выполняешь приказы. Ты кукла. У этого Аида на ниточках. Пешка, которую переставляют чужие руки. Было бы смешно, если бы не все эти загубленные жизни. Аид – древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на Меридиан. Он хочет уничтожить все и всех. А ты – его услужливый раб. Я служу не погребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились во имя одной цели. Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции как-то. Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Так открой клетку и убедись, что ты прав. Что твоя вера не самообман. Круг замкнулся. Каждый элемент на своем месте. Ровно там, где должен. Блудный зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. А, кстати, о жертвах. Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Синнора будут казнены. То есть моей целью была ты, но, похоже, без всего этого можно было обойтись. Нора, тебе ничего не сделали. Не трогай их. Точно. И никому уже не сделают. Ты можешь быть уверен. В любом случае, отменить приказ я уже не смогу. Я бы и хотел, но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана. Ты обрекла не только себя, но и все свое племя. Скажи мне, это ли не воплощение испепеляющей кары солнца? Визор – такое могущественное устройство. Но оно такое хрупкое. Как видишь, на сей раз я не стал медлить. Я уже взмахнул своим клинком.
Радуйтесь, верные Карха! Наши годы во тьме закончены! Новый рассвет дрожит на горизонте! Настает новый день! И очень скоро ложный король будет мертв! А мы вернем себе святой Меридиан! И в этом я стану орудием пророчества! Ныне слились воедино все половины творения! Солнце и день, свет и тьма, день и ночь. Узрите! Всем сидеть! Разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами? Как могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня? Если бы это не было угодно великому солнцу! Много лет назад, освещая кольцо солнца, великий Джеран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Бегемот грозен и могуч в свете солнца, но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь! Пусть она станет первой из тысяч! Silence.
Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-Риестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Ази. Папочка тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть срок, но успел. И хватит об этом. Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику. Пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Гелис узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... Кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати... Если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой, когда ты искала Альфа-Риестр в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но! Дымом пахнет. Лесной пожар. Объятия. Сторожевые башни пылают, но стражи успели предупредить племя. Заняли здесь оборону.
бросили все силы против затмения, но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел.